Значит, в центре есть кресло, которое помогает улучшить работу позвоночника. Вот, сейчас покажу, как оно работает. Человек садится таким образом. Вот, ноги закрепляются здесь, руки уходят. Здесь специальные такие места есть. Вот. В кресле есть несколько режимов. Допустим, я хочу выбрать Thai Stretch. Вот. Происходит сканирование тела за счет компьютерной системы. И, как вы видите, нижняя часть уже поднялась. Вот. И начинают работать ролики. Вот. Сейчас начинает подниматься задняя часть кресла. Мы видим, что меняется картинка на экране. Вот. Значит, скен сейчас сфокусирован на средней части спины. Thai Stretch режим рассчитан на 8 минут примерно. Начинают работать ролики в районе ног, в районе нижней части спины и в районе рук. То есть сейчас массаж идет по всем частям тела. Чем хорошо это кресло? Тем, что человек может в любой момент им воспользоваться. Это, во-первых, с одной стороны массаж, с другой стороны, не сейчас, но через несколько минут начнется растяжка самого позвоночника. Это кресло помогает человеку улучшить состояние позвоночника за счет растяжки, улучшить работу нервов. За счет массажа идет улучшение работы циркуляции крови по всему организму. Этим можно воспользоваться в любое время. Сейчас что происходит? Вот, начинается растяжка позвоночника. То есть растягиваются мышцы и растягиваются сами позвонки. Сама процедура приятная. Дискомфорта не оказывает. Одновременно растяжка, одновременно идет массаж. Естественно, человек сам может помогать процессу за счет дыхания, за счет расслабления. Растяжка пока закончилась, это длилось примерно 2 минуты. Вот. Я пока сделаю остановку. Ждем, пока компьютерная система сделает ресет. Значит, что мы видим? Здесь с креслом есть разные режимы. То есть можно выбрать Thai Stretch, Deep Shiatsu, Light Stretch, Royal Treatment, Stress Relief, Gentle Care, Neck and Shoulder, Back and Spine, Waist and Hip, Morning Bath, Refreshing Nap, Sweet Dreams. Если это Light Stretch, допустим, это средней интенсивности растяжка, массаж, которая нацелена на улучшение здоровья и расслабление нервной системы. Или, допустим, Royal Treatment – это средней интенсивности массаж, который фокусируется на загруженные мышцы, напряжение, повышает общую энергетику тела и позитивный ментальный настрой. И вот так человек может выбрать, в зависимости от его состояния, может выбрать режим, который ему подходит. Это то, что касается автоматически нацеленных режимов. Кроме этого, здесь есть еще мануальный массаж, где человек может для себя отрегулировать техники массажа, такие, как называется, таппинг, кнакинг, шиатсу, то есть это разные техники, которые обычно применяются во время мануального массажа, но здесь мы видим, это делается за счет кресла.